здравия, друзья! Вы на канале Чистая река, это 37-й общественный рейд по реке Большой Черевшан. Подобрали вот погодочку. Сороковочку заправились. Должна была вторая лодка подойти. Вторая лодка. Что-то погода испугался хоть. Потому что к обеду дождь обещает. Ну ладно. В следующий раз используем. Спасибо огромное коллективу общественной организации и руководству «Родимый край» за поддержку как на горючие смазочные материалы, так и людей, которые участвуют в этом добром, благом деле и чистят нашу реку. В общем, 37-й рейд. Пока ветра нет, попробую вниз уйти. Как проходил рейд, смотрите в данном ролике. Но мы все прекрасно видим, что город у нас чистый. Поехали! Начнем десяточная яма. И пойдем тихонько вниз. Как мотор нового пути. Зацепили руководка. Связка какая-то. Рыбы мелкие целые куча. Хорошо, мелкие тоже. Это сейчас мы на том острове. А наша выгружаться будем. Как обычно, заселим, как бы все. Отпускаем. Пока вот так вот. У сетей, как обычно, толком и нет. Пустые, да, Фриз? О, кто чуть-чуть рыбы? Один. Фух. О, куча рыбы взял ты. Чулька! Четыре, штук пять, да? Да, еще. Недавно вставленная. Лотовченко. Идем. Что это у нас? Это у нас. Залил, где пинг-пол его. Район, вон там, пеньки, старая сеть, старое дерьмо, которое мешает рыбакам рыбачить. И, соответственно, там даже рыба тухлая есть. Это, естественно, все надо. А я еще тянусь, что ли? А вот в таком говне приходится, надо тоже ковыряться. Вот тут елка. Значит, тот же залив, вот пеньковый. Тут хрен поймешь, каковый. Сеть. Крутая, большая сеть. Блять, как мы ее убрали. А эту трубу-то
Да. О, тут еще вот одна присадилась сразу. Старая. Ну, слил бы водичку с ними. Где? Шрот какой-то. Вообще маленький такой, да, сети? Сейчас покажем зрителям нашим. Карась. Хорош, карась. Домой. Он там вообще как-то поперек за этого. Он ртом зацепился. И жопой. 100%. Да. Лапочка. Лапочка хорошая. Зубиком одним, да, и запутался. Я видно за мальком хуячил, рот открыл. Ты дебил. А говорят же, не открывай рот. Разевай. Красавчик, по щучьему велению, по моему хотению. Что-нибудь там надо придумать. Ты малыш у своих владениях. Аккуратнее, нож не погиби. Зацепился, видишь? Карасик. Как дурасик. Здоровый какой. Хороший, да. Куда ведет она? Итак, копилочки плюс одна сеть. Несколько голов отпущенной рыбы. Продолжаем. Да, тоже пеньковый рыболов. Ну, скорее всего, несколько. На край прям цепанули. Чуть-чуть полосни, полосни, полосни. Грязь течет, грязь. Чуть тараксит, тараксоптерша? А? Рыголова крашу копилочку и продолжаем обследовать этот район. Пеньковый, пеньковый, заливы, разливы, козий, мозий. Что там, сон деревянный? А? Сон деревянный. Ага. Это значит туда. Сюда ее. Кого? Пенькового, наверное. Ну да. Ну
наверное, выбрали. Ножик. Перебит, залив перебитый был. Вот ножик. Так продолжаем отстраивать этого пинковый сзади. Ножку практически не унимаем, ходим зигзагами. Ну вот пока, так, сейчас заедем, уничтожим все, дойдем до продумного, на ту сторону, ну старый маршрут вот. Хотели вниз в лоб спуститься, но оттуда синева прет. Сейчас дождик обещали. В общем, прям дальше. В общем, сети сейчас, пока там рыбка. Сети на коробке, все выгружаем, ждем, едем дальше. Вот, 20 сороковых. Сейчас мы их разложили, сейчас я их распотрошу, отпущу его и буду уничтожать. Я на запись не нажал, ёпта. Серьезно, что? Ну ты, пи***ц, половину вытряхнули, блядь, ты на запись не нажал. Извиняюсь, забыл нажать на запись. Ну я теперь скажу, что я полный душок набрал. Так. Я не посмотрел, бля. Ну, а ты думаешь, я тебе записать? Давай. Ну, да. Ну, да. Я так и думал. Итак. Уничтожаем 20 сороковок, 2 сети, 2 старого куска. И рейд на я сейчас, не знаю, завершим, он оттуда синева прет. Обещаю. Часу. А мы сегодня с 7 болтаем. Чуть. Испортилась резко. Резко вот синева приделала. Ну дождик обещали. Вообще в час, но как раз вот она подходит. Тыщ. Продолжаем. Итак, рейд мы сегодняшний завершили, погода испортилась, ветер, дождь пошел. Ну, в принципе, отработать мы сегодня неплохо. 2 старых куска, 2 сети, рыба отпущена и 20 роколовок. Таков итог 37-го общественного рейда по реке Большой Черемшан, направленный, естественно, на его очистку от всяких предметов неприродного происхождения, негативно влияющих на наши водно-биологические ресурсы. Всем огромное спасибо. Спасибо за поддержку на горючие смазочные материалы. Спасибо за поддержку участников этих рейдов. Это непосредственно коллективу и руководству общественной организации «Родимый край». Большое спасибо магазину «Декарт». Сапожки, мапошки подгоняют тоже нам. Одевают, сказать, по сезону, чтобы река эта чистилась. В общем, как-то так. Всем спасибо, друзья. Самое главное, забыл сказать людям, которые помогают нам на горюче-смазочные материалы, пока карта открытия временно недоступна,
Пока сейчас будет доступна у нас карта Киви Банка и Тинькофф. Это временно. Будем искать Сбер. На Сбер у всех лучше получается переводить. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх. Жмите на колокольчик. Обязательно на кнопочку красненькую нажмите, чтобы она стала серенькой. До встречи на воде.